Теперь делаем наши ушки. Берем дополнительный цвет и делаем кольцо амигуруми. Закрепительную ниточку и в него 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И стягиваем его, придерживая за петельку, стягиваем. Теперь нам нужно сделать 5 прибавок. Мы делаем как? Каждый столбик по 2 столбика без накида. Я буду сразу считать, чтобы у меня получилось 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 и 10. Теперь что я делаю? Смотрите, у меня есть ровная сторона, я с нее набираю 3 петельки. То есть таким образом, смотрите, 1, 2 и 3. То есть у нас на крючке на нашем 4 петли. Беру и стягиваю их общей петлей. Делаю воздушную петлю и обрезаю ниточку, оставляю для пришивания. Вот это и есть наше ушко. И делаю точно так же второе. Теперь делаем мордочку для нашей обезьянки. Кольцо амигуруми закрепляем. В него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем наше колечко, придерживаем нашу петельку на крючке. И делаем 6 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Я буду сразу считать, это 12 петелек должно получиться. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. И теперь нам нужно прибавить еще 6 петель. Поэтому я буду чередовать столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. И прибавка. Вроде бы сделали 6 прибавок. У вас должно получится 18 петелек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Нет, еще одну прибавку надо сделать. Столбик, прибавка. А ну еще раз пересчитайте, чтобы мы не ошиблись. Но я не ставила маркер. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Все, теперь 18 петелек. И нам нужно их провязать просто столбиками без накида, то есть без прибавления и убавления. Вот просто я ставлю теперь уже маркер, и нам нужно провязать каждый столбик, каждую петельку, столбик без накида. И вот так вот до конца ряда. Провязав до конца ряда, нам нужно снова поставить маркер и прибавить еще 6 петель. То есть мы сейчас будем чередовать
2 столбика без знаки до прибавки. 1, 2. Третью прибавку. 1, 2. Третью прибавку. Так нам нужно провязать до конца ряда. И затем наши получившиеся 24 петли нам нужно провязать один ряд без прибавлений, разных убавлений. В общем, просто столбиками без знаки до полный ряд. Мы довязали до конца ряда 24 столбика без накида. И теперь нам нужно первую петельку, смотрите, делаете накид. И в первую петельку только в полупетлю, вот это вот, как мы делаем убавки, смотрите, вот петля и первая передняя стеночка. Нам нужно, смотрите, захватываете ниточку. На петельке у вас 3 петли. И сквозь всех них продеваете целую петлю. Теперь смотрите, снова накид в эту же петлю. Снова 3. И сквозь 3 продеваете ниточку. Снова накид в эту же полупетлю. 3 продеваете. И так надо 4 раза. Накид, зацепляете ниточку и через 3 ниточки продеваете. У вас получается такой веерочек. Теперь делаете 2 столбика без накида. 1, 2. И повторяете то же самое. Нам нужно из 4, из одной петелечки сделать такие, как, не знаю, полустолбики, что ли, 4. В общем, нам нужно провязать снова точно так же. Делаете накид. За переднюю стенку полустолбик такой вот делаете. С одним накидом. Полустолбик с одним накидом, что ли. Как-то так это называется, в общем. Делаете снова накид. Второй раз пробиваете сквозь 3. Снова накид. Третий. Накид. И четвертый получается. Если вы обратите внимание, у нас получилось такое, как два глазика, в общем. И до конца ряда нам нужно довязать столбиками без накида. Их, получается, остается 19. Теперь вяжите, продолжаете, как обычно, за обе стеночки. Два, три, четыре. И так нам нужно до конца ряда довязать вот такие вот столбики без накида. Ничего не добавляете, не убавляете до конца ряда. И теперь нам нужно на последней петелечке сделать соединительный столбик. Вот так вот вдеваете и делаете протяжку. Сразу не отрезаете, а оставляете ниточку для пришивания. Это и есть наша мордочка, которая будет вот так вот пришиваться. И до конца ряда довязываем столбики без накида. Вот таким способом обычным. Довязываете до конца нашего ряда. Вот. Не прибавляете, не убавляете ничего. И в конце, после того, как вы довязали ряд, делаете соединительную петельку вот так, протяжку. Сразу не обрезаете, а оставляете ниточку для пришивания нашей мордочки. И ваша мордочка будет вот так вот сюда пришивать. Вот так. И так мы сделали ушки.
делали мордочку. Мордочку пришивать будете за задние петли. Ушки тоже желательно пришивайте за задние петли. В общем, делаем сборку нашей обезьянки. После сборки у меня получилась вот такая замечательная обезьянка. Я вышила глазки, реснички, ротик, цяточку поставила вместо носика, собрала ленточкой, вперед иголкой нанизала ленточку и сделала вот такую юбочку, просто немножечко наметав здесь на поясочке, чтобы она не снималась, не ерзалась. Сделала также бантик, вдела несколько в макушку, вдела несколько ниточек вот так вот темного цвета и завязала их между собой, чтобы они не высмыкивались. Затем взяла шнурочек светленький, продела его тоже за волосиками и завязала вот здесь узелочек. И могу теперь повесить ее на елочку. Символ 16-го года обезьянка наша. Очень легким способом сделано, готово. Также можно сделать такую же обезьянку, только мальчика. Возьмите более другие темные, либо такие зеленые, синие тона, я вам предлагаю. И сделайте бабочку, либо там шляпку джентльмена нашей вот такой вот замечательной девочки. Итак, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек, счастливого Нового года вам, пока-пока!